Упражнение тяга штанги к подбородку. Основная нагрузка здесь идет на переднюю и среднюю дельту. Вспомогательная мышца, бицепс, плеча. Хват подбираем узкий. Движение начинаем с отведения локтя через сторону. Штанга двигается четко вдоль корпуса. Мы выполняем подъем штанги к подбородку. Стараемся работать больше в плечевом суставе, не задействуя трапециевидные мышцы. Плавно выполняем подъем, при этом выдох, пускаем штангу, не выпрямляя полностью руки в локтевом суставе. Выдох и выдох. Достаточно.